Мало того, что сюрприз, так еще и с подвохом, и тоже неприятным. Машина остановилась во дворе, поскольку дорогу перегородила инсталляция от коммунальщиков. Судя по народным приметам и отсутствию рабочих, там шел ремонт. Видимо, парень хотел на время убрать деревянные конструкции, но не заметил, что под ними прячется открытый люк. Друзья и прохожие подоспели ему на помощь, но, видно, молодой человек при падении получил серьезные травмы. Теперь, внимание, вопрос, доедет ли к пострадавшему по таким дорогам скорая?